офицер, скоро пенсионеров города Цпата, Нигун Атик. Руководитель хора Петр Резников, концертмейстер Татьяна Маркова. Thank you.
Сегодня в праздник юбилейный звучат и речи, и стихи, так полны сладости елейные и всякой прочей чепухи. Но в этой суматохе праздной, шумящей и разнообразной, ты и виновник, и герой, а мы всего поклонниц рой. Ни для кого не секрет, что у нашего юбиляра есть любимое детище в нашем городе. Это его хор. Хархханягитадзебэйгу. Хор «Древний напев» Никунатик. Дорогие друзья, поздравить нашего юбиляра пришла представитель молодого поколения. И сейчас, пожалуйста, Инночка. Я гостям твою служебную анкету.
И в этих нескольких куплетах хвалу и честь тебе воздам. Мальчишкой 12-летним ты начал свой нелегкий труд на радио Алма-Атинском. Успел ты несколько минут, но с напряжением сатанинским ты рад был помогать стране в той страшной мировой войне. Столетий вдохновенный дым, земля святая и родная, здесь ощущаешь близость рая. Но впереди маячит Цфат, старинный и прекрасный город, он тысячам евреев дорог, здесь каждый поселиться рад. Здесь ты нашел свой дом давно, и любишь ты занятия хора, и каждой ты хористке дорог. Бывает грустно и смешно на репетициях занятиях, и все спешат в твои объятия. Так, видно, небом суждено. Сегодня Цфат, обитель наша, среди приятных душ и лиц. Мы продолжаем делать дело, чему всем сердцем поклялись. И впереди у нас широкая дорога. С искусством об руку прошу вас меня немножко сопроводить. На много лет и зим, и будешь ты здоров, и весел, и, как всегда, неотразим. אתם יודעים, לכל בן אדם יש בהיסטוריה, לכל בן אדם יש את ההיסטוריה שלו. Каждого человека есть своя история. ודברים שהוא זוכר. И вещи, которые он помнит. לפעמים זה מסודר אצלו במגירות. У некоторых это очень, так сказать, четко расположено по полочкам. אני מזמן, איך שראיתי את פטר, והכרתי אותו פעם ראשונה, החלטתי שאני פותח לו מגירה אחת בהיסטוריה שלי. בני говорит, что он, когда еще в первый раз увидел פטר, он сказал, что я... Для него открою новую полочку в жизни. Катув Петер Макав Менецеах Алемакела. И написано Петр, дирижер хора. Медит вехабер. Друг и приятель. Афилу шани ло багишло, кени тер бугар мимено, абелу хабер. Даже несмотря на возраст, Бенни считает себя немножко старше его. Он говорит, мой друг. Петер, אני אתן לך מתנה קטנה, נחמדה. זה ספר תהילים ברוסית ובעברית. ותשים אותו כל הזמן אצלך בכיס, וזה, אני מאמין באמונה שלמה, שזה יכול לעזור לך. אתה יודע, כולנו, יש כל אחד את הצרות שלו. תמיד כשיש לך איזושהי צרה, תפתח פה, תקרא פרק, אתה תראה שהכל עובר. Бенни говорит, что он дает тебе маленький подарочек. Я думаю, что это псалмы. Псалмы Давида. Псалмы Давида, да. На русском языке. Заведюк Машил царь. Говорит, когда тебе плохо, открой книжечку и почитай чуть-чуть. И все пройдет. И все пройдет. Поехали. Смутилась, сказала да, 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 да. С утра побрился и галстук новый горошком синим я надел. Участвуй и позже ровно я прилетел. Я ходил, и я ходил, и я искал, и я ждала, и я был зол, и я сердилась, и я ушел, и я ушла. Я вам деньги, а я бы в кино искала вас. Значит, завтра на том же месте в тот же час.
на том же месте в тот же час. Что я могу сказать? Ну, сердце болит, потому что я не могу равноценно ответить вам. Понимаете, потому что то, что вы сделали для меня, это... Понимаете, это большой подарок, огромный подарок. И это ни с какими материальными подарками сравниться не может. Большое вам спасибо. Налей кружок в чарочку.
время попусту поговорим с тобой. Не тратя время попусту, отвяжись и так попросту поговорим с тобой. Не тратя время попусту, подружески да попросту поговорим с тобой. Маритана! Только стили однажды влюбился в девушку красу, пленившись песнею нежницы, когда охотился в лесу. Тра-ля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 
Самаритана, я никогда не забуду тебя. О, Маритана, моя Маритана, я никогда, никогда не забуду тебя. Смиренно к ней явился он и клялся страстно юной деве за то, что ею он пленен. О, Маритана, моя Маритана, поверьте, был песнями ее пленен. Королевою Кастилии за песни жницу сделал он. О, Маритана, моя Маритана, я никогда, никогда не забуду тебя. О, Маритана.